Торжественное вручение знака в ГТО состоялось накануне в детско-юношеском центре «Перспектива». На протяжении 2 лет в образовательных учреждениях Ангарска проходили спортивные соревнования в рамках федеральной программы «Готов к труду и обороне». По итогам состязаний удостоверения и значки получили 60 школьников и лицеистов. Ну, я считаю, что самое сложное – это было лыжи 3 километра. Ну, потому что, во-первых, это погодные условия, было очень холодно. Пошел сильный снег, и, ну, сами по себе лыжи – это более сложно. А в основном все дисциплины были довольно-таки легкие. Ну, на самом деле, очень счастливы, потому что мы очень ждали долго этого момента. И мы очень счастливы, что мы наконец-таки дождались этого момента. Наверное, стрельба, потому что я никогда не держала оружие вообще какое-либо. И, ну, было интересно. Какие эмоции сегодня при получении значка? Наконец-то! Потому что очень долго ждали этот значок. Стоит отметить, что последний раз знаками отличия ГТО ангарчан награждали в 1991 году.